Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Поиграем в Dark Tide. Таланты. Вот у нас будет такой средненький защитничек, который будет не давать друзьям погибать. По крайней мере, в теории. Но плюс ему щит, конечно же. Лучше пока не нашел. И гранатомет. Это тоже хорошая вещь. ДКС. Иса. Как Джизус, только Иса. И что у нее интересного? Меч, конечно. О, Тигрус. 25-й как раз по всем хорошим. Пардонте. Чай. Смотрите, какое, а? Прямо вот это вот. The blight keeps spreading out of HL1611. We need to slow it down. The Phage Tree in Ablarinax is a key blight source. So you're gonna gather some data so Magos Kareem can create the necessary shrine in Unguent. With me so far? Make no mistake, this is gonna be a mucky job. If you've got any complaints, I don't want to hear them. Got it? Отсюда.
Шайза! Да. Это Аурик стал тяжелее. Паноптику. Не случилось. Ну почти не случилось. Ну что, понеслась. Ой, да блин, как отсюда выйти-то вообще? Здорово. Go sniff it out, you grab it.
Да блин! Какой-то... Плак начинается.
Черт, собака, 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 собака злая. Я возьму. Блин, я же тебя воротился. Взял последний момент повернуться. Вот зараза. Эй, сожрал. Бастион здесь не пройдет. Клевый ты у меня. Какая-то мини-игра, чтобы
Наш лифт. Что ты делаешь? Что так? Target
круто. Сами себя убили. Блин, опять.
Ух, вот, ну вот так вот. А, отлично. GG. Что еще сказать? Я один раз точно упал. Ага, этот новый. Ага, вот как-то так. Мега Джизус. Молодцы все. Супер. Побежали. Дальше. Ну что же, дорогие товарищи, лайки, подписки, шары, если вам понравилось. Заходите в описание, там ссылки на наши дискорд-сервера, кооператив дружбы и Homeworld Russian Fleet и прочие соцсети. И, в общем-то, будем проходить искупление. У нас еще недопройденная карта заогрена. И, в общем-то, да, увидимся в этой или в другой игре. А на этом всем спасибо и пока-пока. Император хранит.